Уникальный рецепт риса в мультиварке. Я нарезаю лук, такой вот белый, и добавляю морковку тертую, тунец со всем содержимым баночки с уликой и горошек из банки. Просто консервированный горошек вместе с жидкостью. Сейчас все это приправлю, посолю, возможно, кину даже кубик бульонный. И сверху на все это дело выложу рис. Все перемешала, посолила и еще добавила кубик. Для чего я добавляю бульонный кубик? Потому что рис, его нужно хорошо солить, он очень впитывает соль. И кубик даст ему очень приятный аромат. Рис разложила, осталось все это залить водой. Я буду заливать по рецепту риса с овощами. Я писала на 260 грамм риса залить 330 миллилитров воды, но риса у меня где-то полкило, поэтому я залила почти 500 миллилитров воды. Все, закрываем, ставим на режим плов. Так. 35 минут. Старт без разогрева. Все, скоро у нас будет обед. Вот и готов наш плов. Очень-очень красивый, очень-очень вкусный. Вон он тут уже одна ноет, хочет кушать. Все, насыпаю.